Всем привет! Сегодняшний ролик будет посвящен бесчиповой прошивке. Эта тема будет полезна всем, как владельцам принтеров с СНПЧ без чипа и сброса, так и для тех, кто только собирается покупать этот аппарат. Мы долго искали решение вопроса о том, какой способ подключения СНПЧ к печатающему устройству наиболее удобный. Мы проделали путь от чипов с большими батарейками до чипов без дополнительного питания, работа которых была стабильной и долгой. Но их все равно нужно было обнулять в процессе работы. Многим знакома ситуация, когда печатающее устройство переставало работать в самый ненужный момент и просило заменить чернильные картриджи. И вот решение нашлось. Бесчиповая прошивка. Без преувеличения, революционное решение для всех любителей стройной печати. Суть состоит в том, что при загрузке данной версии прошивки МФУ перестает отслеживать уровень чернил во время печати. Оно считает, что чернила всегда находятся на отметке в 100%. И вам больше не нужно обнулять чип во время работы. Для стабильной работы с бесчиповой версией прошивки необходимо правильно установить драйвера на ваш рабочий компьютер. В комплекте к печатающему устройству идет диск, или драйвера можно скачать с нашего сайта. Вам просто нужно найти модель вашего МФУ и перейти в раздел «Драйвера и инструкции». Во время установки рекомендуем отключить интернет на компьютере. В процессе установки нужно отказаться от всех автообновлений прошивки. После установки зайдите в раздел «Удаление программ» на вашем компьютере и удалите программу «Epson Software Updater», чтобы избежать обновления прошивки. Важно! В случае обновления МФУ попросит установить картриджи, и вы не сможете дальше печатать. Вам придется обращаться в сервисные центры для повторной перепрошивки. Отключить обновление можно напрямую через меню управления. Показываю на примере Epson XP352. Зайдите в раздел «Установка», найдите пункт «Обновление микропрограмм». Далее нажмите на «Уведомления», «Отключить». А на этом у меня все. Используйте устройство с расходными материалами Ink System и экономьте на каждом отпечатке. Для наших подписчиков YouTube канала есть специальный промокод на скидку 5% при покупке расходных материалов Ink System. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. До новых встреч! Важно! В случае обновления МФУ не... попросит. Эта тема будет полезна всем. Как владеть в 7 или в 8? Ну, как бы, выбирайте сами, когда именно эта тема будет вам полезна.